Штаб-квартира ЮНЕСКО должна быть перенесена с территории Франции. Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана. Отмечается, что заявление министра культуры Франции о том, что эта страна осуществляет спутниковые съемки армянского культурного наследия в Карабахе и создает базу данных, вызвало серьезное недовольство азербайджанской общественности. Пусть министр культуры Франции займется возвращением культурного наследия, которое ее страна украла у Африки. Азербайджану нечем учиться у шарлатанов. Кроме того, вместо того, чтобы заниматься клеветой, французский министр должен выразить отношение к массовым разрушениям Армении культурно-исторических памятников Азербайджана в Армении и на некогда оккупированных территориях Азербайджана. Антиазербайджанская деятельность Франции в ЮНЕСКО после Второй Карабахской войны и превращение Франции ЮНЕСКО в инструмент собственной грязной политики серьезно подорвали независимость этой организации. Франция злоупотребляет присутствием штаб-квартиры ЮНЕСКО в стране, политизирует и дискредитирует эту гуманитарную организацию. Считаем, что все происходящее диктует необходимость переноса штаб-квартиры ЮНЕСКО с территории Франции.